У вас когда-нибудь бывало такое, что вы сидите в офисе или дома и раз, начинает дергаться веко? Или также начинает подергиваться мышца на руке или на ноге, или на животе отдельная мышца? И вы не понимаете, это нормально или ненормально? Так вот, знаете, это нормально, ничего страшного в этом нет. Вот это вот подергивание называется фасцикуляция. Если фасцикуляция или подергивание мышц длится 2-3 дня, ну, максимум 4, как правило, это возникает на нервной почве, то ничего страшного в этом нет. А если подергивания длятся больше недели и сопровождаются эти подергивания другой симптоматикой неврологической, то тогда нужно бить тревогу и идти к неврологу, потому что это ненормально. Фасцикуляции больше недели длиться не должны, то есть подергивания. С вами был Мишаня Бычков.